Эта задача по теории вероятности довольно простая, но при этом не часто ошибаются. Давайте разбираться, почему. В турнире участвуют 26 спортсменов, 3 спортсмена из России. Событие А заключается в том, что Василий Лукин играет со спортсменом из России. Давайте найдем вероятность события А, если известно, что партнер Василия Лукина определяется с помощью жребия. Если у нас соперник определяется жребием, то вероятность можно посчитать следующим способом. Это отношение числа исходов, которые благоприятствуют событию А, на число всех возможных исходов. Сколько у Василия Лукина может быть соперников? Но на самом деле сам с собой он играть не может, значит остается 25 человек. При этом ему нужно играть со спортсменом из России. Опять же, сам с собой он играть не может, значит у него только 2 благоприятных соперника. Значит их 2. Ну и теперь остается перевести это в десятичную дробь, мы все-таки на ЕГЭ, и получаем мы с вами 0,08. Вот такая вот вероятность сыграть со спортсменом из России.